Давай. Осеннее волшебство. Осеннее волшебство. Осеннее волшебство. Мотор, начали. Тишина на площадке, снимаем кино. Камера, свет, мотор. Осеннее волшебство. Кадр 10, дубль 2. Мы кинолюбители, фильмов ценители. Мы сценаристы и режиссеры. Фанаты видео, вы нас часто видели. Мы операторы и актеры. Кино, кино. Мир нашей фантазии окно. Кино, кино. Нас заворожило оно. Кино, кино. Мир нашей фантазии окно. Кино, кино. Нас заворожило оно. Ой, привет, ты кто? Я Йоси. А что такое грустный? Я плакетка и портрет. И до домой грустно. Ёжик, ты по сценарию не должен улыбаться. Ты грустный. Ты холодный, голодный и злой. Простите, Андрей Владимирович, я бы хотел в этой сцене не отходить далеко от контекста и концепции сценария. Осенняя фея должна знать всех в лесу, и поэтому сразу подходить и здороваться с ежиком, а не знакомиться предварительно с ним. А черт, Дмитрий Викторович, ну в конце-то концов, у нас солнце уходит, не жара же на улице, у нас натура мерзнет. Ну сколько же можно, а? Ладно, давайте переснимем этот эпизод. Все, приготовились? Камера готова? Готова. Осень, ты не знакомишься с ежиком, ты сразу с ним разговариваешь. Ну-ка все на исходную позицию. Все готовы? Тишина на площадке. Хлопушка. Кадр 10, дубль 3. Привет, ежик. А что такой грустный? Я плакет, клепов нет. И потому и грустно. Будущим Спилбергом и Михалковым мы хотим стать и сдержим слово. Ждут нас премии Тэффи и Оскар. Снимаем с юмором и не плоско. Кино, кино, мир нашей фантазии окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Кино, кино, мир нашей фантазии окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Ну не беда, поможем тебе. Спасибо. Андрей Владимирович, я бы хотел увидеть. Стоп, камера! Дмитрий Викторович, в конце же концов, сколько это будет продолжаться? Закончите сценарий, потом придете. Больше не мешайте, вы мешаете съемкам. Хлопушка! Клипы, концерты и видеоролики, свадьбы и новости, обзоры для публики. Без видеокамеры жизнь не считается. Камера, мотор, кино снимается. Кино, кино, мир нашей фантазии окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Кино, кино, мир нашей фантазии окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Съемка, кино, начали. Мир нашей фантазии. Хлопушка. Кино, кино, нас заворожило оно. Кино, девочки, ну-ка работаем. Мир нашей фантазии окно. Яблок нет, кино, грибов нет, кино, есть только чипсы, да? Нас заворожило оно. Ничего не знаешь, иди найди. Всем спасибо, съемочный день окончен. Не надо. Кино, кино. Понабрал, понимаешь, ли это с казанского кино, вокзала. Кино. Давай. Осеннее волшебство. Осеннее волшебство. Осеннее волшебство. Мотор, начали. Тишина на площадке, снимаем кино. Камера, свет, мотор. Осеннее волшебство. Кадр
Кадр 10.2. Мы кинолюбители, фильмов-ценители, мы сценаристы и режиссеры, фанаты видео, вы нас часто видели, мы операторы и актеры. Кино, кино, мир наших фантазий окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Кино, кино, мир наших фантазий окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Что такое грустный? Яблок, ветка, и портрет, и до домой грустно. Ёжик, ты по сценарию не должен улыбаться. Ты грустный, ты холодный, голодный и злой. Простите, Андрей Владимирович, я бы хотел в этой сцене не отходить далеко от контекста и концепции сценария. Осенняя фея должна знать всех в лесу, и поэтому сразу подходить и здороваться с ежиком, а не знакомиться предварительно с ним. А черт, Дмитрий Викторович, ну в конце-то концов, у нас солнце уходит, не жара же на улице, у нас натура мерзнет. Ну сколько же можно, а? Ладно, давайте переснимем этот эпизод. Все, приготовились? Камера готова? Готова. Осень, ты не знакомишься с ежиком, ты сразу с ним разговариваешь. Ну-ка все на исходную позицию. Все готовы? Тишина на площадке. Хлопушка. Кадр 10, дубль 3. Привет, ежик. А что такой грустный? Яблок нет, грибов нет. И потому и грустно. Будущим Спилбергом и Михалковым мы хотим стать и сдержим слово. Ждут нас премии Тэффи и Оскар. Снимаем с юмором и не плоско. Кино, кино, мир наших фантазий окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Кино, кино, мир наших фантазий окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Ну не беда, поможем тебе. Спасибо. Андрей Владимирович, я бы хотел ответить. Стоп, камера! Дмитрий Викторович, в конце же концов, сколько это будет продолжаться? Закончите сценарий, потом придете. Больше не мешайте, вы мешаете съемкам. Хлопушка! Клипы, концерты и видеоролики, свадьбы и новости, обзоры для публики. Без видеокамеры жизнь не считается. Камера, мотор, кино снимается. Кино, кино, мир наших фантазий окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Кино, кино, мир наших фантазий окно. Кино, кино, нас заворожило оно. Съемка, кино, начали. Мир наших фантазий. Хлопушка. Кино, кино, нас заворожило оно. Кино, девочки, ну-ка работаем. Мир наших фантазий окно. Яблок кино, нет, грибов нет, кино, есть только чипсы, да? Нас заворожило оно. Ничего не знаю, иди найди. Всем спасибо, съемочный день окончен. Снято. Кино, кино. Понабрал, понимаешь, это с казанского вокзала. Кино. Нас заворожило оно. Кино. Кино. Мир наших фантазий окно. Мотор! Начали! Ну сколько же можно, а? Ну ладно, давайте уж переснимем этот эпизод. Все, приготовились? Стопка! Улыбочка,
молодец. Давай, давай. Кустики, молодец, давай, ближе. Хлопушка! Не, стой здесь, хлопушка. Так, это назад нам будет. Нет, нет, это... Волчонок. Бедненький волчонок. Ты пишешь? Как вам съемка кино? Нет, хорошо. Развернутым ответом. Вас учили в школе отвечать? А потом что? Развернутый ответ. Очень хорошо. Что? Все хорошо. Погода, болдинская осень, местная шампанское и энтузиаст всего этого дела, который снимает на камеру.